красота какая у нас. Получается горелочка на отработанном масле. И дожигаем пар водяной. Это парогенератор. Медная трубка от кондиционера. Тут уже металлическая. Специальный переходничок. Сейчас покажу. Опа. Сейчас, что у нас там происходит? Так, это у нас маслица. И у нас, соответственно, не видно нифига. И у нас там подается пар. Трубочка выходит вот там. Из трубочки херачит пар. Пар тоже горит.